Во вторник в Самарской области облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в дневное время плюс 1, плюс 3, ночью 0, минус 3 градуса. Ветер южный, юго-западный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани малооблачно, днем плюс 3, ночью минус 2 градуса. Ветер южный, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти солнечно, днем плюс 3, ночью 0 градусов. Южный ветер 4 метра в секунду. В Самаре облачно с прояснениями, днем плюс 2, ночью минус 3, ветер юго-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление повышенное 760 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 76%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.